Могу одно сказать, что телевидение, конечно, для работы это самое такое место, где человек может себя проявить, показать и сделать то, чего невозможно в других местах. Это были самые лучшие времена. Тогда были возможности. Сейчас, я думаю, прогресс идет, возможности еще больше. Нам, наверное, немножко перестроиться надо, научиться, как это все надо сделать и воплотить в жизнь. И будет еще лучше, я так думаю. А пользуясь случаем, я хотел бы с юбилеем телевидения поздравить всех жителей Кабардино-Балкарии. Действительно, когда телевидение, эпоха телевидения в Кабардино-Балкарии началась, здесь, в Кабардино-Балкарии, началась совершенно другая жизнь. Мы многое узнали благодаря телевидению, мы многое для себя открыли. И вообще, я думаю, телевидение в жизни каждого человека играет очень важную роль. Мы информацию черпаем оттуда. Многим читать сейчас лень, легче.